Иногда человеческая жестокость переходит все границы. На стихийной свалке была обнаружена собака, которую выбросили в крепко завязанном мешке. Первой неладное заметила женщина, которая проходила мимо. Она увидела, что мешок двигается и решила проверить, что там внутри. Развязав его, женщина ужаснулась, внутри была живая собака. Испуганное животное легло на тот же мешок и не подпускало к себе свою спасительницу. Об этом случае узнала сотрудница одного из местных коммунальных предприятий Марина Кожушка. С момента, когда произошел инцидент, прошло 4 дня, но Марина все равно решила отправиться на свалку. Каково же было ее удивление, когда она увидела собаку, лежавшую на том же мешке. Она стала очень медленно к нему подбираться, говоря ласковые слова. Примерно через 10 минут Марина смогла аккуратно дотронуться до собаки. Пес доверчиво заглянул в ее глаза и сразу же изменился. Марина отнесла бедняжку на руках в помещение коммунального предприятия. Собака не хотела ни на минуту отходить от своей спасительницы. Женщине даже пришлось побыть с ней некоторое время внутри вольера, чтобы та успокоилась. Первое, что сделала собака, выпила несколько литров воды. После этого ее сытно накормили. Сейчас собаку содержат коммунальщики. Они уже приступили к поиску нового хозяина для животного. Надеемся, у этой собаки будет все хорошо, а этот случай она забудет как страшный сон. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.